На, вот так вот тебе. Палка все-таки мощная. Я не знал, что... Ай-яй-яй-яй-яй. А ну, стой. А ну, на. Вау, увернулся. А вот так вот. Ребята, палка в натуре круто. У меня вон еще какие-то цепочки висят на спине сзади. Ребята, а перед тем, как посмотреть это видео, я рекомендую подписаться на мой канал. Также нажимаем на вот этот колокольчик, сообщать мне обо всех новостях этого канала. Также обязательно ставим лайки. Всем привет, ребятки! Вы на канале Вечное Детство. С вами Юра. И сегодня мы будем продолжать играть в игру Shadow Fight 2. Ну что ж, мы... Так, на отшельника телохранителя здесь безумно, здесь мы не выиграем. На турнире тоже уже безумно. Выживание, это что у нас? Это минимум 200 максимум. Ага, выживание это не но. Так, чтобы открыть этот бой, победи двух телохранителей. Хорошо, значит пойдем в испытание. Тут где пока что еще легко. Для того, чтобы заработать нам на... В этом бою ты будешь сражаться без оружия. В бой, хорошо. Чтобы заработать нам на новые костюмы, на новое оружие, нам нужно сделать... Нам нужно, короче, немножко посражаться здесь. Так, ну что, готов? Хова. На кулаках. Иди сюда. Да, на, так вот ногой. Хова. Тихо, тихо. Ого. Неплохо. А вот так вот не ожидал. Отличненько. Мы его победили. Второй раунд, ребятки. Так, поехали. Пошел, 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 пошел. Хоп, вот так вот. Вот так вот. Так вот тебе. Ах, ты что такое, а? Воу-воу-воу. Подожди, подожди, подожди. На. 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 Хопа. Ого. Вот это мы ему дали по бороде. Да ну, улетел реально. Круто. Так. Продолжаем дальше. Продолжаем дальше. И может мы что-то открыли уже или нет, наверное, еще. Да нет, ничего здесь абсолютно нету. Давайте. Дальше в бой. В этот бой можно вступить только с оружием 8 уровня или выше. В бой. Он с оружием, а я без, что ли? Я не понял. А, у меня есть оружие, круто. Иди сюда. Иди сюда, перерублю тебя сейчас. На тебе звезду. Вот так вот, еще одну. Лови, еще. Ах ты ж. Вот так. Вот так. Вот это да. Супер удар. Прием. И все. И мы его уложили на лопаточки. Ну что, задира. Готов? Вот так вот. Хоба. Хоба. Тихо, тихо, тихо. Давай, включай, 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 включай мозги. Включай. Ай, да что ж ты делаешь? Меня сейчас... Победят, давай, бросай. Ах ты. Хоп. Вот так вот, мы ему отрубили ноги, отлично. Все, ребятки, мы выиграли. Мы победили, и мы переходим на следующий уровень. Мы переходим на следующий уровень. Так, неплохо. Ты получил новый уровень. Твои умения возросли позже. Опача, ребята, отличненько. У нас открылись новые фишки какие-то. Сейчас мы посмотрим. Наверное, это будет новый костюм, новое оружие. Да, ребята, у нас есть палка. Мы ее, естественно, покупаем. Улучшаем до максимума. Так, у нас есть новый костюм. Проклятие ворона. Мы его одеваем. Улучшаем. Так, и у нас есть новый шлем. Шлем с хвостом. Мы его, естественно, покупаем и улучшаем на полную мощь. Так, ну, можно еще зачаровать, в принципе. Короче, зачаровали. Так, теперь давайте перейдем
Так. О, телохранителей можно будет тут. Давайте. Так, здесь там попался буйвол. Смотри, что сделал с городом какой-то дряхлый старик. Представь, что смогу сделать я, обладая такой мощью. С дороги я должен узнать его секрет. Сейчас посмотрим, насколько ты способен драться вообще, в принципе. Так, буйвол, давай. Так, ну что ж, ребятки. Драка с буйволом. Сейчас посмотрим, что она нам принесет. Палкой мы еще не дрались. Опа! По спине палкой получ... Ого, ребята! На! На! На, вот так вот тебе. Палка все-таки мощная. Я не знал, что... Ай-яй-яй-яй-яй. А ну, стой. А ну, на. Вау, увернулся. А вот так вот. Ребята, палкой в натуре круто. У меня вон еще какие-то цепочки висят на спине сзади. Давай, давай, давай. Оба. На, по щам. На. Оп, ой. Получили по бороде немножко. Еще раз. Ничего страшного. Не сдаемся. Вот так вот. Вот так вот. Ого. Вот это приемы. Так, тихо. Вот так вот. Держи. Держи. Получай. На, вот так вот. Ах ты ж, на тебе нож. На второй. Вот так вот. Все, отлично. Мы ему поломали колено, нога об ногу. И мы победили с вами, ребяточки. Продолжаем нашу игрушку дальше. Так, что у нас здесь дальше происходит, а? Поехали. Ты победил меня. И что? Пускай глупцы участвуют в состязаниях. Я же вырву секрет отшельника силой. Вижу, ты смышленый парень. Нужна помощь в состязании. Я мог бы раскрыть тебе тайну отшельника. Она твоя за небольшую плату. Давай. С тобой приятно иметь дело, друг мой. Ты не пожалеешь. Подожди меня здесь, я принесу все необходимое. Дуэли разблокированы. Так, отлично. С этого момента в дуэлях будут действовать случайные правила. Удары только по ногам. Ну ладненько. Дуэли мы будем потом драться. Так, телохранители опять на безумном уровне. Нам здесь не пройти. Турнир. О, турнир на легком. Давайте продолжим в турнире, а потом будем дальше, в принципе, смотреть, что нам больше подходит. Так. Ну-ка. А ну-ка, иди сюда. На. На, изверг. Получай. Вот так вот. Ого. А вот так вот не ожидал. А вот такой удар. Хоп. А я нагнусь и вот так вот. Хоба. Все, отлично. Вот это настоящий боец. Вот это я понимаю. Вот это мы сделали с вами бойца, ребятки. Вот это я теперь понимаю. Отличный боец. Можно драться. Хоп. Ой-ой-ой. Ух ты ж такой. А вот так вот тебе на. Ой-ой-ой-ой. Подожди. Тихо. Оба. Ах, ты же думаешь, один ты можешь бросать их? На тебе. На еще раз. Ого, ребята, мы ему в грудь просто нож бросили, и его реально убило это. Мы его победили. Отлично. Так, что у нас здесь дальше по графику? Так, соревнуйтесь в рейдах, чтобы получать классные призы. Хорошо. Так, продолжаем в турнире драку. Кто следующий? А следующий у нас задира. Сколько тебе можно уже надирать задницу? Скажи мне, задира. Сейчас еще раз получишь. Так вот сразу палкой тебе. И вот так вот мы тебя на лопатки уложим. И вот так вот еще дадим. И на тебе нож. И вот так вот на. Вот так вот. И еще раз палкой. Оба, увернулся. Вот так вот. Вот такое. Вот так. Все, отлично. Погиб. Мы победили его. И продолжаем второй раунд. И у нас во втором раунде кто? На тебе. На. На еще. Ах ты ж, а. Ну иди от меня. Уйди. На тебе нож. На тебе еще один. Еще на.
Ого, ребята, видели, как палкой я его добил? Все. Коленом дал в челюсть, и он просто вырубился. Так, мы победили. Продолжаем нашу драку. Shadow Fight 2. Так, ребятки, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно подпишитесь. Обязательно поставьте лайкосик, пальчик вверх. И обязательно оставьте комментарий. Мне будет очень приятно. Так, ну что ж, давайте пройдем дальше в бой. Тень против утеса. Так, ну что ж, утес готов. Вот так тебе. Хоба. Хоп. Ага, не ожидал, что я тоже брошу. Ах ты ж. Ну, на тебе еще. На тебе еще. Ага. А что ж так мимо-то я? Мимо, мимо. Ого. Ах ты ж. На тебе. На. Ого. Ты еще можешь меня и побить? Ого, увернулся. Повезло. Ха-ха-ха. Попался. Так. Бой пошел. Вперед. Вот так. На тебе сверху. И вот так вот. И вот так вот. Что такое, а, гаденыш? Иди сюда. Иди сюда, мой дорогой, а. Оба. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот, отлично. Так, утес, ну что, захотел получить по мозгам? Сейчас получишь. Ой-ой-ой-ой-ой, он может, ребята... Он может реально, реально нас победить, ребята. Но мы выиграли все-таки. И на последнем, реально на последнем дыхании мы его победили. Так, ну что ж, дорогие друзья. Что у нас дальше по графику? Так, здесь уже нормально. Так, нам нужно будет скоро покупать уже новые эти для того, чтобы продолжать убивать телохранителей отшельника, а потом сразиться с самим отшельником. Это уже, пожалуй, совсем другая история. Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск на канале Вечное Детство подошел к концу. С вами был Юра. Ставьте пальчики вверх, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал. До скорых встреч в новых сериях.